Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Сложный Процент, и сегодня мы в очередной раз будем проходить очередную карту от игры Sandbox. Так сказать, за сегодня уже вторая. Короче, карта максимально простая, здесь максимально топорные действия надо сделать, то есть технически нам надо просто собрать, как обычно, кристаллы, подойти где-то к 12 хипоинтам, пройти паркур и ввести код. Ну, типа, все это я вам сейчас покажу. Единственное, что перед началом данного видеоролика советовал бы вам подписаться на мой телеграм-канал, ссылка, к слову, на который находится в описании. Здесь есть самое охуенное, что здесь есть. Короче, в закрепе есть ссылки на все гайды по прохождению всех карт в игре Sandbox, которая вот в третьем сезоне есть. Типа вы просто нажимаете на кнопочку тык по любой вас интересующей карте, бац, вас сразу перебрасывает на пост, где есть ссылка на видеоролик, короче, на ютубе, который я заснял. Все, ну то есть типа довольно-таки просто. Также здесь есть много различных штук, на которых можно заработать деньги, так сказать, здесь и сейчас. Различные ICO-шки, различные схемки. Вот, опять же, топ-3 схемы для заработка здесь сейчас, так что вы можете посмотреть так же само данный видеоролик. И я недавно создал еще один телеграм-канал, вот, здесь я рассказываю про закулисную, короче, жизнь сложного процента, а то, чем я вообще, типа, занимаюсь, какие действия я делаю, чтобы заработать денег, которые, опять же, не видно, ну, в моем основном канале. Вот, в целом это все, короче, мы начинаем, нажимаем на кнопочку play, открывается лаунчер, нас закидывает на вот эту карту. Так, все, мы появились, короче, у нас первое задание на вот эти ваксилит кристаллы, мы подходим к этому деду, берем задание на поинты. Сейчас мы пробежимся здесь, вот тут вот вокруг, соберем ваксилит кристаллы, которые мы видим, спускаемся сразу вниз, здесь у нас, такс, опа. Чух-чух-чух-чух. Короче, еще ниже спускаемся. Сразу у нас подсвечиваются ваксилит-кристаллы, которые мы можем, ну... Ой, точнее, не ваксилит-кристаллы, а поинты. Так, ну, короче, с этими чертами нам вообще нет смысла разговаривать. Мы с ними, так сказать, с разных полностью планет. Ничего интересного у нас с ними нет. Так, 2 из 5. Уже хорошо. В общем, бежим, собираем по пути эти ваксилит-кристаллы. Ну, то есть, в целом, это практически все прохождение. Единственное, кстати, что... Ой, ну вот видите, мы к ним не можем подойти. То есть все ваксилиты, ой, не ваксилиты, а поинты, которые мы можем подойти, они у нас подсвечиваются на карте. То есть это довольно-таки охуенно, это довольно-таки просто. Но опять же, другие поинты тоже имеют смысл запоминать, потому что в итоге мы к ним вернемся. То есть потому что сейчас у нас пройдут эти поинты, потом будут следующие. Такс, мы поднимаемся, короче, вот сюда. Здесь у нас третий поинт, который подсвечен. Такс, мы к нему подходим, общаемся о жизни. Так, и там еще два поинта осталось, мы бежим к ним, параллельно, опять же, собираем эти кристаллики. Если какой-то кристалл не собрали, в целом ничего страшного, но в идеале собирать их как можно больше, как можно быстрее. Вот, поднимаемся, короче, наверх, где-то у нас здесь есть явный... Блять, ой, упал, ёптаю. Ладно, ничего страшного, короче, подъемчик. Вот, подъем, 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 и у нас здесь есть поинт. Все, так, это мы сделали. И еще один у нас там подсвечивается. Мы к нему идем по вот этой вот фигне. Поднимаемся. Так, собираем ваксилиты потихонечку. Так, это пятый. Есть. И сейчас у нас появится еще задание с этими поинтами. Вот, поинты номер два, которые у нас подсвечены. То есть до этого у нас, например, вон тот поинт не подсвечивался. Теперь он подсвечивается. То есть мы, блядь, ай, это... Бум. Так, к этой фигне я подошел. Этот ваксилит я забрал. Там еще один. И еще три у нас подсвечено. Смотрим на карте, где они у нас вообще находятся. Так, смотрим. Ой, блядь, упал. О, он там один снизу. Все, бежим к нему. То есть вот таким вот образом мы проходим всю эту карту. Ничего сложного в этом нету. И в конце паркура, опять же, есть там небольшая лазейка, с помощью которой можно ускорить прохождение этого паркура. Но надо немного придрочиться к кнопочкам. Ну, то есть в целом, как и на любой карте в этой ебучей игре Sandbox. Так, вон туда мы не идем, потому что мы пойдем туда в другой раз. Вот, подходим к вот этому вот поинту. Какие-то стрекозы. Так, все, подбежали. И еще один. Во, кстати, вот это цифры для разгадки. Но разгадка уже давным-давно нам известна. Разгадку я вам скажу чуть-чуть позже, когда мы добежим до задания, в котором нам потребуется вот этот вот шифр указать. Так, добегаем сюда. Есть, готово. Сейчас у нас следующие. Они переподсветились у нас, получается. Вот, бежим потихоньку. Там, опять же, нам сюда бежать не надо. В целом, собирая вот эти вот поинты, мы в итоге подберем как раз-таки 45 кристаллов, ну, типа, с огромной долей вероятности. Так, дальше еще один у нас, по-моему, налево.
Так, в припрыжечку, подбегаем вот сюда. Есть, это 2 из 4. И сейчас у нас один слева, другой справа. Сейчас я выйду на сушу для того, чтобы тупо быстрее бежать. И сделаю, скорее всего, вот такой вот кружок, вот такой вот цикл. Так, бежим прямо, прямо-прямо и какую-то фигня. Так, вспомните, я вам до этого говорил то, что нам не надо туда бежать. А вот теперь надо, потому что у нас, блядь, не здесь, короче. Вот тут вот, бум, паркурчик, бум, разворот, и бежим сюда. То есть в итоге мы этот кристалл все равно забираем, а поинт мы бы не сделали в том случае. Так, все, теперь паркурим дальше, бежим прямо, и у нас опять же подсвечена вот эта херня вон там сверху. Ну, то есть карта максимально простая. Пару раз пройдете карту, будете ее проходить максимально быстро. Остальные поинты у нас подсветились, два уже вижу там, уже имеет смысл к ним бежать. Вот, собираем этот ваксилит, у нас здесь подобие красной дорожки, которая переходит в фиолетовую. Этот ваксилит я забрал, есть, сделал. Так, бежим дальше. Бум, блять, опа, тут, короче, небольшая такая накладочка, но ничего, сейчас мы вот таким вот образом тогда побежим. Так, поднимаемся вот сюда, где-то здесь должен быть подъем, возможно, он есть сбоку. Да, он есть сбоку, я оказался прав. Так, подбегали, подбежали, есть. Так, с, два ваксилита осталось, и вон там, а, так, один, короче, я соберу здесь. Больше уже по ваксилитам бегать не буду, буду сразу бежать на поинты. В целом, можно изначально так же делать, опять же, то есть, никакого смысла за ваксилитами гнаться у нас нету. Их тут с излишком, в отличие от предыдущего прохождения, которое я делал, где их было реально впритык, и надо было за каждым поинтом, вот этим вот маленьким, гоняться. Что меня пиздец, как сильно бесило. Так, поворот, все, эту штуку я собрал, поворот у нас сейчас налево, потом поворот направо, опа, а здесь есть подъем, да, есть. Так, все, к этой херне я подошел, о, прикол, что-то чувак метается тортами, да, а я не замечал, кстати, этого, прикольная такая штука. Так, все, по поводу этих поинтов мы их все нашли, теперь мы бежим вот сюда, здесь у нас шифр, шифр звучит у нас вот таким вот образом, это 1, 4, 3, 2, 2. Есть. Все. Шифр этот мы прошли. Теперь мы бежим проходить паркур. Вот. Паркур у нас находится снизу. Так, мы общаемся, берем задание на этот паркур. И если мы, кстати, пробежим вот тут вот прямо, просто проскочим, типа, и попытаемся долететь, то все. Мы прошли практически львиную долю этого паркура и его сократили. То есть это вот такой вот небольшой баг для вас. Так что можете пользоваться. Не благодарить. Так, паркурим уже дальше. Короче, паркур максимально простой. Я там уже все проскакал. Так, идем, 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 идем. Поворотик направо. Опять же, все проходим через shift, потому что наш shift, короче, у нас ускорение. Так, все, подъем сейчас будет у нас наверх. Паркур мы прошли. Ну, то есть, технически мы выполнили все, что есть на этой карте. Вот, как проверить? Опять же, заходим вот сюда. Здесь у нас сейчас будет 8 из 8. Все, мы все прошли. То есть, no problems. Максимально простые карты сейчас пошли. В общем, это все, что я хотел рассказать по поводу данной карты. Если вы хотите видеть больше подобных видеороликов, то подписывайтесь на мой YouTube канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока!